Здравствуйте, мои дорогие! С вами Светлана, канал Ларец Позитивчика. Я рада вас приветствовать на своей кухне и предлагаю приготовить сегодня вместе со мной в мультиварке тушеную картошку с грибами. И начнем с того, что я налью в чашу мультиварки растительного масла. Растительного масла понадобится где-то 2-3 столовые ложки. Включаю режим жарко, старт, и сразу в растительное масло отправляю репчатый лук. У меня две таких достаточно крупных головки, я их нашинковала мелко-мелко, насколько смогла, и все это отправляю в чашу. Буду обжаривать лук до прозрачности. После того, как лук стал вот такого цвета, добавляем морковь. У меня три средних морковины. Я их натерла на крупной терке. Перемешиваю с луком. Сразу отправлю грибы. Все это перемешиваем. И будем на функции жарко обжаривать минут 5. Смотрите, какая красота получается. Сейчас необходимо посолить, поперчить и добавить специи. Я буду использовать лавровый лист, лаврушку, черный перец горошком. Еще мы все это жарим, и вот во время жарки добавляем специи. Тмин. Соль. Если вы отваривали грибы в соленой воде, то, конечно, учитывайте это во время того, как будете солить. И добавляю черный молотый перец. Вполне достаточно. Все перемешиваем и продолжаем жарить. Запах изумительный. Грибочки, лучок, морковочка, специи — это просто сказка. Теперь еще раз все это перемешиваем. И добавляем картофель. Картофель я нарезала произвольно, на 4 части, на 6, все в зависимости от величины картофеля. И засыпаем. И наливаю воду. Наливаете воду до отметочки 2 литра. Там буквально помещается стакан-полтора, но до отметочки 2 литра. Этого вполне достаточно. Если необходимо еще посолить и поперчить, но во время приготовления вы можете открывать мультиварку, перемешивать, пробовать на соль, перец. Это уже на ваше усмотрение, сколько вы специй добавите. Все, я закрываю мультиварку. Устанавливаю режим выпечка.
выпечка. Время приготовления от 40 минут до часа, в зависимости от сорта картофеля. Есть сорт картофеля, который разваривается очень быстро, а есть сорта картофеля, которые варятся достаточно долго, и они более плотные по консистенции. Поэтому ставьте 40-час. Я поставлю 40 минут, потом открою, перемешаю. Если мне покажется, что картофель еще не до конца дотушился, я продлю и еще время. Все, я пока оставлю на 40 минут. И будем ждать приготовления картофеля с грибами. Старт. В итоге у меня картошка провела в мультиварке ровно 1 час. Сейчас посмотрим, что внутри. Вот, смотрите, какая она красивая. Рассыпчатая и очень вкусная. Если вам понравился этот рецептик, ставьте пальчики вверх, делитесь в социальных сетях этим роликом. Мне осталось вам пожелать только приятного аппетита. И до скорой встречи. Пока-пока. Не забываем подписываться на канал. На канале есть очень много всего вкусного и интересного.